Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! What's up, everybody? What's up? Сейчас мы ждем, пока наберется народ, и Ян будет жить. В общем-то, сейчас снимаю видео, которое, типа, вызов принят. Написал вообще такой охрененный сценарий. Серьезно, реально очень клевый сценарий. Надеюсь, все получится, как я задумал. Потому что очень часто я пишу сценарий, и потом, когда снимаю, много чего меняется, и все вообще происходит наоборот. Что еще рассказать? Я ленивая жопа. Ну, это, в принципе, не новость. Вот смотрите... Маленький отрывочек сценария. Так, ну, чтобы вы не увидели, не заскринили, я не буду долго показывать, чтобы не было сливов. Из новостей. Что из новостей? Я получил галку в Твиттере, но это старая новость. На меня сегодня подписалась Дженна Марблс. И, кстати, ей написал в ЛС сообщение. Сейчас посмотрим, она мне ответила или нет. Нет, она не ответила. Ты со Шпагиной общаешься? Да, общаюсь. Я не понимаю, почему вот зарубежные блогеры в Твиттере так, ну, типа, на всех подписываются. То есть для меня Твиттер — это реально как средство к чтению какой-то информации. То есть я захожу, читаю ленту, тут много интересного для меня, там, Вилсаком и так далее, всякие мемесы. А так, блин, 17 тысяч человек читается, то есть ты, по сути, вообще в ленту не заходишь. Почему я такой грустный? Потому что... Блин, просто я устал что-то. Что-то устал, хотя я 2 дня отдыхаю. Но что-то не то со мной. Чат не показывает. Ой, я аж расплакался. Это что, камера за 40 гривен? Штаны за 40 гривен. Я не лагаю вроде. Так, ну, я трансфер недолго буду мутить, потому что буду писать сценарий. Если хотите, конечно, позависать, я могу зависать и писать сценарий одновременно, чтобы время не терять, потому что уже 4 часа почти. Ну, как интересно. Ну, кому не интересно, не смотрите. Ну, то есть, такие проблемы. Танцы закончились, я уже устал. Да и это было бы странно. На самом деле. Ян лагает. Почему я не лагаю? Я не лагаю. Это у вас что-то лагает. Если что-то глючит, то это все у вас. Серьезно. Как относится к спилк тусовке? Отлично отношусь. Я ни с кем не ссорюсь, я уже говорил это. Отлично отношусь. Отличное отношение к Саше. Отличное... Отношение к Паше, к Юле, к Карине, то есть, ну, с Пашей я вообще очень долго общаюсь. С Сашей тоже достаточно, то есть, давно, еще когда у меня личка была открыта, я еще не был блогером. В 2013-м я что-то там ей писал. А потом, когда я стал блогером, Саша меня добавила, сказала то, что... Ой, блин, что я снимаю прикольные видосы. И, ну, вы знаете, то, что я ни с кем не ссорюсь, то есть, если... Если кто-то мне что-то делает плохое, то я отвечаю, а так не вижу смысла. Just Snake добавил меня в друзья. Никита Майами. Филипп Киркоров добавил меня в друзья. Сколько она тебе заплатила? Много. Мне Паша заплатил много. Чтоб мы общались. Ну, мы всегда друг другу платим за общение. Вы не знали? Ладно, ребят, я буду писать сценарий, а то я не успею ничего сделать.